История Клинки и Диназа. Погнали! Все началось с того, что Клинка попала под машину. Вы же сами их увидите. Итак, вдруг сразу же Клинки сбила машина. Ой-ой-ой, Юрий, ты куда сбил? На дорогу. Юрий, стой! Динас, привет! Привет! Ну что, Юля? Ты нас заждалась? Да! Давай покатаемся. Давай. Если что, я советую тебе покатать. Не то. Блин. Пришлось поехать. Машина. Запуск. Есть запуск. Поехали. Незапланированная нагрузка. Незапланированная нагрузка. Незапланированная нагрузка. Незапланированная нагрузка. Незапланированная нагрузка. Да, машина, замолчите вы. Надоело уже. Пора возвращаться. Смотри. Смотри. Смотри.
Данила. Упс. Ой, Динас, что это было? Смотри. Стекло задвигается. Что это было? Метеорит и дождь. Thank you.
Они уже ходили на балкон каждый месяц, а ты с тех пор, как он уехал. А позже думает, что с ним что-то случилось. Однажды, с тех пор, он уехал то есть в машине, этот Динас, он тут ходит. Так. Динас после такого вышел из машины, выстрелил этого парня. Динас! Динас! Надо будет... Надо будет открыть дверь, а то дышать нечем. Ага, ну, наверное, ну, он работает. Так, давайте на ту дверь. Машина.
Машина, откройте, давайте дверь. Я не могу открыть дверь, чтобы принять дополнительный нагруз. Алло, машина, откройте дверь. Ну, пожалуйста. Я не могу открыть дверь, чтобы принять дополнительный нагруз. Откройте дверь, машина. У него кислород качается. Ну-ка, тихо. Не шались, я же сказала. Не запланированная нагрузка. Машина. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Ну, включите двигатель. Неисправность двигателя. Включите двигатель, я уже сказал. Динас, ты куда? Динас! Юль. Давай. Только сначала мне потом нужно будет пофоткаться. Юль, ну как ты упала? Ой, блин, Динас! Динас!
Ну ладно, пришлось побежать к Динозу. Или хочется поехать самому. Так, пришло время поехать к Динозу. Машина, запуск. Есть запуск. Маршрут построен на Динозе. Приехали уже до Динозу. Динозик. Что? Ты как сбил, получается? Я тебе что, пистолетом выстрелил? Стой, Юль, стой! Помогите! Стреляй! Алло! Квин, куда они? Это, подождите. Я должен поехать к Квинке. Я хочу уже вернуться к Квинке. Динозавр будет прибывать на месте после того, как Квинка стрелял в меня. Юля, это где? Юль. Динозавр уже вышел. И первым делом Динозавр должен поехать на вот этой тачке. Кинг. Сейчас он должен к ней поехать.
Динас впервые едет к Квинке, как вдруг... И услышал звук машины, откуда он доносился. Как вдруг машина Диназа застряла. И как вдруг захотел снять колеса в машине Диназа. Алло, да, сделайте шиномонтаж. Алло, утки, это Юля. Да, делайте шиномонтаж. Все, спасибо огромное. И как вдруг мне захотелось снять колес с машины Диназа. О, подожди. CCXR. И вот его реактор. Динас, ты зачем снял колеса? Вот, Динас, блин, ты сейчас у меня получишь пистолетом. Динас убил Квинку. Там все, история была закончена, но вот уже 2023 год заканчивается, и огромное спасибо, и также с новым 2024 годом!